свои оценки. Каждый был объективен настолько, считал, сколько, ну, для себя невозможно сказать, ну, голосуй так, голосуй так. Поэтому могу сказать всем вам, что вы все большие молодцы. Все справились. И удачи вам в дальнейшем. Не у всех получилась кулинария, к сожалению, да? Вот я вам желаю развивать вкус, потому что на самом деле через вкус вы познаете вообще вкус жизни. Тройку лидеров у нас открывает Нелли Шевелева. И остается у нас два места. Девочки, кто? Кто из вас? Вы как думаете, кто? Лиза. Второе место. Виолетта Нурулина. Щербак Елизавета. У меня есть молодой человек, он любит покушать, а я очень люблю готовить. То есть этот этап легко дался? Ну, я очень нервничала, потому что, ну, есть девочки, которые замужем, и я уверена, что они лучше готовят. И за счет этого я очень нервничала. Но вот. Все же победила. Да, это вообще классно.